Мои хорошие, всем привет! Вы меня сегодня совсем не видите и потеряли. Почему? Потому что мне некогда. Еще я устала вообще. Я сломала ноготь свой сегодня. В супермаркете заехали за продуктами. Минералку так доставала. Что аж сломала, короче, свой ноготь. Один, другой я уже записалась на ногти. Скоро у меня будут ногти. Ой, у меня распаковка. Мы заехали за продуктами. С этой беготней и суетой пустой холодильник. Я говорю сегодня, Коля, надо брать продукты покупать. Печенье. Вот такая пачка печенья. Потом вот такая пенка для умывания. Она шикарная. Я уже третью беру. У меня одна заканчивается, одна стоит. И я еще одну взяла, потому что она шикарно смывает просто косметику. Я взяла вот такой паштетик какой-то. Ой, какой он холодный. Мне жарко так, на улице духота. Паштет. Я взяла бедро. Сейчас буду что-нибудь готовить. Я взяла крылышки. Пачка сосисок. Барбарисовый сок. Это ребенок мой его обожает. Я квас взяла. Я очень захотела кваса. Сейчас, кстати, я его налью, попробую. Минералку тоже пью только я. И еще я окрошку собрала сделать. Ой, мой. Это мой зайка. Тушенка с макаронами сделаю. Так, это чек. Это все. Джин, семечки. Все, наверное, едят. Карась. Рыбу обожаемо. Помидорок чуть-чуть взяла. Я взяла два кабачка. Взяла я их первый раз в этом году. И почему? Потому что они, я думала, они дорогущие. Они 380 тенге килограмм. Так что я еще что-нибудь сделаю из кабачков. Сегодня как раз смотрела рецепт супа, кабачкового супа для похудания, похудательный. Я же все хочу похудеть и никак не могу. Помогите мне похудеть, пожалуйста. Прошу вас. Все, увидимся.